Доброе утро, новый день. И сегодня я начинаю его с трейн-эффекта. Эту штуку вы могли видеть у меня в футбуках. Дело в том, что вчера перед сном, я не знаю зачем, я выпила огромную кружку чая, пол-литровую, наверное, сегодня я отекла. У меня с утра мероприятие сейчас будет важное, связанное непосредственно с красотой, вы потом все увидите. Я, конечно, не могу прийти туда с мешками под глазами, поэтому я воспользуюсь вот этим вот замечательным продуктом. Что это такое? Он выводит, снимает отеки, выводит всякие токсины, ну вот написано, дренирует, то есть он запускает этот процесс обмена веществ, пробуждает организм, при этом это не мочегонное средство, и здесь растительный состав у него. Здесь тут было написано, ну там всякий белый чай, лимонная сорга, ревень, лимонная кислота, алоэ, мята, в общем, всякие полезные штуки, которые подобраны так, что они помогают снимать отеки и запускают процесс похудения, если кому-то нужно. Но я не худею, я именно использую его в тех случаях, когда я отекаю с утра. Вот как сегодня, например. На вкус это будет такая мятно-яблочная водичка. Сейчас я ее выпью и начну собираться. Вот выглядит. Один стикер растворяю в стакане воды. Сейчас размешаю и выпью. Через 20 минут буду завтракать. А, хотя нет, я сегодня завтракать не буду, я как раз соберусь и поеду на завтрак и возьму вас с собой. Вот на данный момент я выгляжу вот так. Имею смелость показаться вам без косметики. Я не комплексую абсолютно от своего отекшего лица, просто хочу показать вам эффективность этого продукта. Видите, какая кругленькая? Все какое-то надутое. И под глазами их, может, не видно, но мне тут прям... Я аж глаза открыть нормально не могу. Сейчас попью мяту свою. Будет мне хорошо. Еще очень вкусная эта вещь. Я прям ее обожаю. Просто даже ради вкуса готова пить. Ну что, вот она я. Я, правда, без макияжа по-прежнему. Поэтому не пугайтесь. Но результат налицо, мне кажется. То есть у меня сразу даже скулы видны, когда я говорю. В отличие от моего предыдущего личика-блинчика. Ну вот, в общем, реально классная вещь, она просто снимает отек. Причем это не мочегонное средство, я не помню, сказала я это тогда или нет. То есть оно не вымывает калий, оно наоборот просто лишнюю жидкость выводит и все. Вот именно дренирует. Если вы знаете, что такое дренаж, то вы поймете, ну как бы в чем смысл этого продукта. Вот, так что всем советую, кто мучается с отеками по утрам. Прям рекомендую, не пугайтесь меня. Ну, а поехала я, собственно говоря, на бьюти-завтрак с косметическим брендом Paese. Уже я выкладывала на свой канал макияж с их продуктами, которые нам в конце подарили. И, честно говоря, я осталась реально в объективном восторге от этой косметики. До этого я была с ней незнакома. То есть я знала об этом бренде, но никогда ничего не пробовала. Как-то вот мне не доводилось, не знаю, не решалась я, что ли. А в этот раз нас пригласили в невероятно красивое место в Новосибирске. Все было очень уютно, красиво. Это было солнечное воскресное утро, была вкусная еда и была эта косметика. И все сошлось настолько идеально вместе, что я получила невероятное эстетическое удовольствие и моральное, и физическое удовольствие. В общем, я осталась в полном восторге. Отдельная еще раз благодарность бренду Paese за организованное мероприятие. Это было не просто вкусно и красиво, но с нами также это утро провела визажист. Известная визажист в нашем городе Наталья Селевич, и она рассказывала нам об этом бренде очень важные моменты, какие-то ключевые. Я, наверное, постараюсь включить их сейчас тоже, какие-то из ее реплик, потому что слушать Наташу на самом деле отдельное удовольствие, и я очень рада, что познакомилась с ней вживую, потому что моя близкая подруга, которая просто фанатеет по косметике. Она училась у Наташи на курсах визажиста, поэтому заочно я уже знала о Наталье, насколько она потрясающий специалист. Была очень рада познакомиться с ней лично и от нее узнать все об этой косметике. Косметика реально классная. За свои деньги это просто находка, девочки. Поэтому очень-очень и очень советую вам познакомиться с этим брендом, если вы, как и я, еще не знакомы с ним. Согласна, что вот, допустим, когда я, допустим, работаю визажистом 6 лет,
пор в поиске ты постоянно ищешь консилер. У меня были консилеры буквально со всего мира, и все клиенты в основном, они их не любят, потому что они считают, что это тот продукт, который будет забивать их морщинки. То есть вот он нанесли, смотрите, девчонки, то есть мы тональную основу распределяем на все лицо. Консилер уже накладывается после, вот чуть-чуть остатками пальчиков наносите тон, и консилер вы наносите куда? Под глаза, но у нас есть под глазами сама впадина, то, что вот нас выдает, что мы не спим, что у нас маленький ребенок. Лена Перминова тоже ее очень любит. Эта пудра, она прям сам, у нее, во-первых, у хайлайтера никогда не должно быть крупных блесток, потому что самые блестки, хоть они сейчас в моде, но на лице это выглядит не так, естественно. Получили подарочки свои от марки. Обязательно потом покажу вам, что нам сюда положили, но какие-то топовые продукты должны быть. Главное, по-моему, есть тональное средство. Очень хочу его попробовать. Консилер. Потом покажу. Всем дарят подарки. Раздача подарков. Ажиотаж. Сегодня на улице просто потрясающее солнце. Такая весна. Я уже в пальто. Сумкой. Легкое платье. И такое вот солнышко у нас. Тает снег. Уже почти растаял в центре. Хорошо. Сейчас пойдем с вами через дорогу. А я еду дальше по делам. Мне сейчас нужно в офис. У меня сегодня еще встречи рабочие. Возьму вас с собой. Сегодня я прям целый день планирую поработать. Покажу вам тоже что-нибудь. Вот он, центр моего города. И, собственно, вот там вот часовня впереди, видите, большая столица Сибири. А часовня — это центр России, Российской империи раньше был. А это площадь Ленина у нас. И там вот за деревьями театр Новосибирский, оперы и балеты. Видно его чуть-чуть. Вот. Центр города такой, на мой взгляд, невзрачный. Но вот так. Сейчас пойдем. Зато солнышко, когда все красиво сразу. А это вот для тех, кто думает, что сетевой бизнес никому не нужен. Вот один зал. Сегодня, между прочим, воскресенье. Вот второй зал. Нет свободных мест даже. Все столики заняты. Сейчас я буду встречу проводить. Нашла единственный последний свободный стол. Вот здесь вот. Еще в одном зале. Вот. Вот здесь вот сейчас я и буду сидеть. Что, вот так я работаю. Вот провела встречи сейчас. Сейчас вот еще покушаю, потому что у меня еще две встречи сегодня будет. Я сама себе такой график составила. Мне так наиболее удобно. Расскажу сейчас девчонкам еще о возможности деньги зарабатывать, и все. И у меня тоже будет результат, и у них будет результат. Сейчас покушаю вот манго, коктейльчик на воде, выпью его. Вот, сейчас покушаю, это у меня след помады. Не пугайтесь, там Инстаграм открыт. Вот, сейчас покушаю, дальше буду работать. А зачем? А затем, чтобы денежек было побольше. Мой рабочий день окончен. Я последняя ухожу из офиса. И это исключительно потому, что я так захотела. Потому что я решила в один день поработать, а завтра и вообще всю неделю я буду, наверное, отдыхать, гулять, не знаю, чем-то заниматься своими личными делами. Сейчас я уже поеду домой. Ну и вот смотрите, девочки, по поводу моего дохода за март. Я вам показывала в прошлом влоге свой доход за предыдущие 3 месяца. То есть активно этим бизнесом, просто чтобы вы понимали, я занимаюсь всего 5 месяцев. Сейчас идет 6-й. Начала я заниматься активно в ноябре. За декабрь я заработала 15 тысяч, я вам показывала. Потом там 20, еще 20. И за март, вот, пожалуйста, мой чек за март, 41 тысяча рублей с небольшим, суммарно. Я обычный человек. Я просто работаю по алгоритму, и я готова научить каждую из вас зарабатывать такие деньги и больше, чем такие деньги. Потому что здесь не нужно быть блогером, не нужно иметь раскрученные социальные сети, не нужно иметь, там, не знаю, какое-то специальное образование, какими-то навыками обладать. Я вас всему научу, я умею зарабатывать здесь деньги. Это, еще раз повторю, не продажи, я не занимаюсь продажами, я не вкладываю, здесь нет вложений, здесь нет выкупания продуктов.
акции для перепродаж и так далее. Нет вот этого сетевого ужаса, о котором многие на самом деле думают. Вы мне просто напишите, как я каждый раз говорю в эти моменты в видео, напишите мне в WhatsApp. Мы с вами договоримся, 30 минут вашего времени займет то, чтобы послушать, как и на чем здесь можно очень хорошие деньги зарабатывать. Решение все равно вы примете сами. Я ни на кого никогда не давлю, я не буду заставлять человека зарабатывать деньги. Но если вам интересно, просто чтобы не тратить ни свое, ни мое время в комментариях, напишите мне сразу в WhatsApp. И я вам все расскажу, я открытый человек, я не кусаюсь, я с удовольствием знакомлюсь с вами, общаюсь с каждой из вас. Поэтому давайте разбираться, можно зарабатывать очень хорошие деньги. В день, чтобы вы тоже понимали, это немаловажно, я трачу на этот бизнес часа 2 или 3 за целый день. То есть я не хожу на работу в офис с 9 до 6, 5 дней в неделю, а зарабатываю сейчас больше, чем средняя зарплата в моем городе, в Новосибирске, а это, между прочим, город-миллионник. Вот, и такая же возможность есть у вас. Смотрите, вчера в продуктовом магазине дали вот такие штуки. Короче говоря, это чтобы сажать дома, вырастить растения. Вот такая вот таблетка из земли. Ну как, типа почва, вот такой торфяной горшочек. Да. И вот такой вот пакетик с семенами. Вот у нас попалась горчица, и здесь вот редиска. Сейчас посадим и будем выращивать. Посмотрим потом, может, в каком-то другом видео покажу вам, что получилось. Ну, там вон маленькие семечки. Вон они. Пойдя лапка тут. Вон какие у нас семечки. Это уже у нас редисочка. Горчицу мы уже посадили. Пересажаем редиску, закапываем семечки. Поставим на окошко потом. Девочки, у меня нет слов. Галя, Галина, спасибо тебе огромное. И мне реально неловко, потому что история такая, что мне Галина, я ей помогла там с заказом, и она просто сказала, что я бы хотела там в знак благодарности отправить тебе кофе из Старбакса. Ну, кофе-то вот он лежит, но, Галя, мне реально неловко, я не ожидала, принес такую огромную посылку курьер, я так понимаю, здесь еще сладости какие-то, еще одежда, вещи и детские, мне реально очень неловко, еще шоколадки, там сейчас будем все разбирать. Ой, спасибо большое, безумно приятно. Кофе долгожданный в зернах, очень я рада, спасибо, вот я прям счастлива. В общем, спасибо большое, не знаю, спасибо миллион раз, очень приятно и очень мне неловко. Мне кажется, я не заслужила такое. Ну что, растения посажены, рассада, посылка разобрана. И хотела вам еще показать вот такую вот штуку. Сейчас будем по ней, ну не то чтобы заниматься, а просто развиваться, время проводить. Называется кляксотерапия. Короче говоря, это такая, ну тетрадь здесь написана, ну я бы назвала это альбомом для творчества. Называется причем серия для ленивой мамы. Но я не считаю, что это для ленивой мамы, просто это как помощь нам с вами, мамам, когда уже все, как сказать, идеи на исходе, чем занять ребенка, нужно что-то придумывать. Что за тетрадь? Смотрите, здесь для деток вот написано, да, с 3 до 5 лет. И здесь вот такие вот, тут же наше творчество, простые задания. То есть здесь есть вот такие вот заготовки, и ребенок любого возраста по-своему может их дополнить. Ну, например, там вот пятнышки превратить в жучков. Гусеничек вот, например, ну точнее пятнышки превратить в гусеничек. Вот это я уже, конечно, участвовала в этом процессе. А там на что похожи красные пятна? Что из них можно сделать? Зеленые. Ну это я просто как примеры, да, вот то, что мы делали. Там желтые пятнышки и так далее. В общем, девочки, мамочки, очень советую, если ищете вот реально чем занять ребенка, и чтобы это была не просто игра, а какое-то творческое развитие, какая-то, ну не знаю, чем-то интересным, в общем, занять, что-то новое придумать, то вот советую вам такую тетрадку. Посмотрите, они в книжных магазинах продаются, можно на сайте заказать.
Если что, ссылочку поищу, постараюсь найти, оставлю, где в интернете можно найти такие тетрадки. Вот, рекомендую. Наверное, уже будем прощаться теперь на этом этапе. Буду потом монтировать для вас влог. Хотела, на самом деле, уже сесть влог монтировать, но решила еще вам показать свои посадки. Смотрите, как все проросло. То есть здесь у нас что есть? Вот это редиска, вот это горошек. Здесь у нас шпинат. Здесь у нас горчица. Здесь у нас вообще веточка. Принесли ее с улицы, еще когда было холодно совсем. И вот у нас дома уже наступает весна. Хотя за окном еще на самом деле снег лежит. Ну так уже, конечно, получше становится, но все равно. И пополнилась у нас коллекция тоже наша. Еще у нас на подходе лук, перец, вон уже, видите, пробивается. Укроп, огурец, помидорки проросли. Я вообще думала, что это невозможно в домашних условиях. Но нет, росточки пошли прям нормальные. Здесь что? Тыква. Представляете, тыква дома. Нужно будет потом все это на дачу перевозить. Так что вот, я превратилась в огородника. На самом деле это очень интересно наблюдать за тем, как зарождается что-то живое. Я никогда ничего не сажала в жизни, поэтому для меня это интересно. Вот, так что весна, не только мой чек, моя зарплата растет, все растет. Это прекрасно. Весна во всем. Так что да, нужно ловить этот момент. Опять же, во всех направлениях. Вот такие вот параллели. Красота.